Вітаю всіх, хто приєднався до нас у цей час. З вами телепроект «Новий день». Я бажаю вам гарного настрою, і ми починаємо просто зараз. Травневі свята, багато вихідних. Чудова пора для того, щоб зробити красивішим простір навколо себе. Одеські дворики – це визнаний бренд. Але далеко не всі можна показувати туристам, і не у кожен двір пустиш гратися власну дитину. Але все ж таки є люди, для яких не все одно, як виглядає власний двір. Вони хочуть, щоб у власних двориках була краса та чистота. І щоб підтримати таких людей, наш гість започаткував спеціальний конкурс, який називається «Дворики Одеси». Це конкурс з призовим фондом, і більше, докладніше ми про це поговоримо з нашим гостем в студії. І у нас в гостях Анатолій Кавун, засновник проєкту «Дворики Одеси». Вітаю вас в нашій студії. Здравствуйте. Анатолію, ви відомі своїми проєктами з благоустрою міста. Розкажіть, як народжувалась взагалі ідея саме конкурс зробити з «Двориків Одеси»? Це все ж таки, це ідея не нова у тому форматі, що колись в Радянському Союзі проводились на кращий двор, кращий під'їзд, краще ще щось. А все ж таки ви зараз відродили це ще й з призовим фондом. Чому? Ну, во-первых, это действительно когда-то было давным-давно в нашей стране или еще в большой стране, в которой мы жили. Но эти конкурсы не исключение, по всему миру проходят. Я даже как-то был в Польше и жил, скажем так, у друзей, у которых отец фермерством занимается. И у него огромное фермерское хозяйство, и на нем было написано, что он выиграл как-то конкурс, действительно очень красивый дом. И когда-то тогда что-то отложилось в памяти и ушло, да, потом вырос какое-то время, рос, смотрел на то, что происходит повсюду, и, честно говоря, было немного даже с улыбкой смотреть на политиков, которые каждые выборы бегают с банками краски, говорят, давайте что-то покрасим, а люди, уставшие от всего этого процесса, практически одевают эти банки краски им на голову и говорят, вам надо, идите и красьте. Да? То есть я понял, что на самом деле людей нужно просто по-другому немножко мотивировать, заинтересовать, и у нас получилось в этом конкурсе два направления. Первое, это мы пытаемся людям объяснить, что для того, чтобы, если уж так у нас не получилось построить хорошую страну, то хотя бы попытаться наших детей научить то, как ее можно создать. И в конкурсе мы пытаемся объяснить, что по-хорошему многие, родина-то наша не в целиком в стране, да, во дворе, в котором мы растем. И зачастую именно двор для детей оказывается вот тем показателем, каким дальше они будут продолжать строить мир вокруг себя. Если они растут во дворе, в котором, родители не могут там даже выйти починить скамейку, там, предположим, а все соседи не могут вместе посадить там 2-3 дерева и озеленить двор, то по-хорошему, какой пример мы подаем нашим детям? В итоге они будут, когда мы будем на пенсии, наверное, как-то управлять той страной, в которой мы не сможем себе позволить оплатить за газ или еще за что-то. Поэтому это первый мотив, да, постараться хотя бы научить детей что-то менять вокруг. Второй мотив – это призовой фонд, который, понятно, что есть же понятие азарта, да, если действительно хороший призовой фонд, то по-хорошему интереснее участвовать. И так прошел прошлый год, когда действительно приняло участие около 50 дворов, призовой фонд был больше 150 или 170 тысяч гривен, около 7 дворов победило. Многие из них, у нас же было условие, мы не разрешали тратить деньги лично. То есть деньги, которые люди выигрывали, они могли потратить только на благоустройство своего двора дополнительно. Поэтому это лишь стимулировало людей что-то сделать, а потом доделать. В этом году мы делаем второй этап конкурса, и мы сделали такую, я не назову это хитрость, наверное, это правильное решение. То есть те люди, которые победили в прошлом году, они хотели продолжить участие. Угу. Но так как они уже чему-то научились, они уже что-то сделали, мы даем им возможность участвовать только через год, для того, чтобы кто-то другой тоже мог попытаться выиграть, потому что, знаете, как олимпийские чемпионы каждый год становятся одними и тем же, пока не подрастает следующее поколение. Поэтому мы даем возможность людям более легко участвовать и побеждать, а сильным даем возможность, ведь они могли собрать весь двор воедино, значит, они и так что-то в этом году продолжат делать. А в следующем году с новыми силами могут влиться опять в конкурс. Вот в этом году, в принципе, мы уже достаточно
плотно пытаемся в соцсетях рекламировать. Единственное, что наша проблема в том, что у нас небольшой доступ к средствам массовой информации, поэтому в основном это соцсети, а чаще всего люди, которые участвуют в подобных проектах, люди в возрасте. Поэтому надеемся, что благодаря вашему телевидению они узнают о данном конкурсе и примут участие, потому что все-таки призовые фонды – это 25 тысяч гривен, это 40 тысяч гривен, то есть достаточно серьезные. То есть можно, победив, ну, действительно, что-то потом что дополнительно сделать очень существенное, да, потому что у нас люди, которые участвовали в прошлом году, они там немножко добавили, купили огромную детскую площадку в виде пиратского корабля, например. Она, правда, деревянная, она не дышит современными хай-тек-технологиями, но детям там будет интересно еще много лет. Одни ребята поставили немецкий профессиональный стол для тенниса, причем он всепогодный, и всем двором теперь играют в теннис в любую погоду. То есть мы говорим сейчас о том, что для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно всего лишь просто подать регистрацию. Это в интернет-варианте, либо позвонить по телефону 31 32 33. Вас запишут. Потом мы объясним некоторые правила. То есть нужно будет сфотографировать двор в состоянии сейчас. Мы приезжаем, проверяем, либо нет, это на усмотрение, насколько будем успевать. Потом нужно будет, соответственно, сфотографировать, что люди успели сделать за процесс конкурса. То есть мы не говорим о дворике в том плане, что вот вы сделали это 5 лет назад, а теперь мы вас награждаем. Нет. У нас как якого періоду, по який щось з весни потрібно? По осінь. То есть, образно говоря, ми розрішаємо подавати регістрацію практично до августа місяця, тому що були люди, які подали в августі і успіли щось зробити за сентябрь. Но само награждення буде в кінці октября. То есть, вже з березня зараз йде конкурс. Да, конкурс уже йде, і вже около 15 где-то дворів подали участие. Призовий фонд зараз около 140 тисяч гривень, але ми продовжуємо іскати меценатів. Уже є около 5 номінацій. Я думаю, що ми знайдемо і більше. До речі, як проходив перший конкурс? Як важко було шукати меценатів тоді і як зараз? Ви знаєте, тоді було немножко легче. Да, потому что где-то выборы были, где-то еще что-то, было чуть-чуть легче. Но, к счастью, те люди, которые в прошлом году давали призы, они остались и в этом. Немножко уменьшили количество своих возможностей, но все равно остались, то есть понимают, что конкурс серьезный и нужно его продолжать. Часть людей новых появилась в этом году, которые, меценатов, которые дали. Но на весь, конечно, большой город мы рассчитывали, что все-таки, если в прошлом году было около 7 номинаций, мы рассчитывали в этом году получить около 10. А пока что у нас 5. Які? Хороший вопрос, как бы мне нужно было посмотреть в интернете, но это, сейчас я буду перечислять, это лучший дворик по мнению участников, это самый большой приз, 40 тысяч гривен. Почему по мнению участников? Потому что, ну кто может лучше оценить, что сделано, как не сами дворы, которые в этом участвуют. Поэтому, когда мы будем завершать конкурс, мы вывесим в интернете фотографии, кто что сделал, и дворы, которые приняли участие, должны будут поставить какую-то сумму баллов всем, кроме себя. То есть таким образом мы выберем лучший двор по мнению участников. Дальше будет достаточно большое жюри, в котором будет около 15 или 20 людей, которые будут оценивать остальные номинации. Это лучший дворик «Старый город», это лучший дворик «Новострои», это лучший дворик по мнению детей, или для детей, вернее, это лучший спортивный дворик. То есть около 10 номинаций, которые висят сейчас на сайте, из них 5 уже написано, какие взяты, и надеемся, что еще 5 мы все-таки найдем в этом прекрасном городе, который не только любит говорить о том, что хочет развиваться, но и развивается реально вот тех, кто поддержит оставшиеся 5. Тоді давайте допоможемо, можливо, тим, хто хоче щось добре зробити для цього міста, окрім того, що свій дворик прикрасити, може нас зараз слухають якісь меценати. Які ще номінації не знайшли свого мецената? Ви знаєте, я вам скажу немножко по-другому, чуть-чуть дійду від теми. У нас в городе есть одна большая проблема. Я достаточно давно, уже около 10 лет, наверное, занимаюсь социальными проектами, более активно последние 5, наверное. И все очень ждут, когда же я стану депутатом. Причем вопрос уже сначала звучал с ехидством, а теперь как бы звучит такое, ну ты же так много делаешь, ну становись, да, то есть если раньше смеялись, теперь требуют. Но я поставил перед собой определенную задачу никогда не идти в депутат по одной простой причине. Я хочу многим людям, которых сдерживают что-либо делать, потому что у них нет якобы возможности в виде какой-то корочки, которая все решает, это неправда. То есть у меня на данный момент около 15 социальных проектов, и то, что мы делаем, ну не под силу даже какой-то маленькой карманной партии какого-то крупного олигарха. Поэтому
самое главное – это понимать, что можно сворачивать горы, если у тебя есть уверенность в том, что это нужно. А вот с меценатами намного тут сложнее. То есть зачастую мы очень хороший город, но мы не только умеем хорошо шутить, мы умеем много говорить. И благодаря тому, что мы много говорим, я часто сталкиваюсь с ситуацией, что те люди, которые на камеры говорят очень много о том, как хорошего и много они хотят сделать в этом городе, когда ты к ним приходишь с вопросом о какой-то банальной, какой-то моменте, связанной, причем все знают, что все, что я делаю, оно делается именно для города. Чтобы что-то помочь сделать, люди говорят обычно: не, извини, у нас много проблем своих и так далее. Поэтому мне бы хотелось с помощью, конечно, вас или, в принципе, с помощью средств массовой информации кого-то найти, но я очень давно знаю, что рассчитываю абсолютно на свои силы, да, то есть и большинство людей, которые в итоге оказываются меценатами каких-то проектов или помогают в каких-то новых проектах, это либо простые одесситы, которые скидываются буквально там даже по 100 гривен бывают, либо те люди, которых я лично знаю, которые знают меня, которые уверены в том, что я делаю. Потому что когда-то мне один депутат сказал хорошую фразу, я запомнила на всю жизнь, не буду говорить, это человек, но фраза звучала так: только давай что-то сделаем так, чтобы ничего не делать. Похоже, зачастую это лозунг очень многих людей, которые попадают в политику, потому что, знаете, была когда-то очень хорошая древняя легенда о золоте дракона, когда рыцарь пошел спасать от дракона деревню, убил дракона, было уже поздно, в пещере было много золота, на следующее утро он хотел это золото отдать жителям деревни, поспал на золоте и утром проснулся драконом. Да, то есть смысл в том, что, может быть, и поэтому я не хочу идти в депутатство, да, для того, чтобы не стать, не променять одни идеалы на другие, да, так скажем. Поэтому задача здесь, наверное, оставаться человеком даже тогда, когда ты понимаешь, что мир вроде бы не готов, а ты понимаешь, ты можешь в нем что-то менять. И поэтому многие люди, с которыми приходится общаться, не верят в то, что сегодня можно что-то сделать. Но из года в год я доказываю это. И вот сейчас, например, там второй этап города, ну вот проекта «Дворики Одессы». Вот сейчас мы заканчиваем весеннее озеленение в проекте «Зеленый город». Буквально через несколько... через неделю или через две мы поставим первую площадку для детей-инвалидов. То есть это достаточно интересный проект, и таких площадок пока появится около 8 или 10 в городе. То есть таких проектов я могу очень много перечислять. Вопрос в том, что все они делаются, потому что их поддерживают люди. То есть я их пытаюсь создать, где-то я тяну что-то сам, где-то я привлекаю одесситов, которые помогают. Но в них всех, в большинстве своем, верят и помогают обычные люди. Нас и дивляться звичайні люди. Да, тому то есть... все ж таки, скажіть, які номінації ще не закриті? На які номінації ви ще не знайшли? Я ще не помню, це нужно зайти на сайт «Твой город». Угу. То есть не закрита точно номінація, связана з лучшим під'їздом. Угу. Не закрита номінація, связана з лучшим балконом. Не закрита номінація самым зеленым двориком, кажется. Не закрыта номинация с... Вот, например, мой дворик, кстати, в прошлом году участвовал. Они нарисовали очень такую большую картину на заборе. Мы не выиграли. Mm-hmm. И в какой-то степени даже, наверное, рад, потому что если мы выиграли, мне бы сказали, что ты специально mm-hmm. это сделал. Ну, и, звичайно, вы не были в жюри, я так разумею. Что-что? Як честна людина, вы не были в жюри. Не был в жюри. Я категорически сказал, что я не имею права участвовать в жюри, потому что иначе это будет принципиально неверно. Но вот была нарисована красивая картина. Жалко, что они не выиграли. Но вот в этом году я пытался учредить номинацию именно за это, за какой-то самый красивый рисунок, потому что иногда во дворах очень много просто бетонных стен, в которых невозможно, там парковка бывает, допустим, или не посадишь какие-то деревья. И вот она всегда вот эта грязная серая, а сегодня очень много есть художников, которые красиво могут что-то нарисовать. Поэтому мы специально учредили эту номинацию для того, чтобы люди поняли, что потратив какое-то количество денег на краски, можно выиграть для своего двора достаточно большую сумму денег, чтобы продолжить его благоустройство. Устраивать. Но вот эта номинация еще тоже, она пока что не поддержана. То есть около вот 5 номинаций, я 4 перечислил, одну еще не помню. То есть это нужно будет посмотреть на сайте. Сайт очень простой, либо дворики. Лучше набрать просто в интернете «Твой город», и вы точно увидите все эти проекты, один из них дворики. Тогда вы легко найдете, даже не надо писать какой-то конкретный адрес, просто набрать «Твой город» и сразу попадете на наш ресурс. А вообще, в принципе, сам проект, он очень простой. Не нужно думать, что для того, чтобы выиграть, надо сделать что-то глобальное. На сегодня я не могу сказать, что все лентяи. Сегодня очень сложная жизнь, и с нашими, так скажем, там, ценами, зарплатами и прочим, принимать участие в благоустройстве дворика достаточно сложно. Ну, как бы. Но вы же
же принимаете участие не сами. То есть целый двор, и сегодня там, допустим, саженцы деревьев стоят там всего около там минимально от 80 гривен. И озеленить дворик не очень сложно, поэтому мы специально делаем растянутый конкурс для того, чтобы кто-то может что-то посадить весной, потом идет лето, когда можно сделать другие работы, и осенью опять же что-то опять озеленить, посадить. То есть мы захватываем специально два сезона посадки деревьев, там цветов и так далее. То есть мы продумали максимально этот конкурс для того, чтобы люди могли поучаствовать. И по-хорошему, вот у нас был пример, первая женщина, которая подала на регистрацию, это был дворик на Осипова. Я туда приезжал, вот, потому что это был первый дворик, мне было интересно посмотреть. Так получилось, что она как была сама энтузиастом в этом дворике, так она сама и осталась. Она сама сделала то, что хотела. И самое интересное, ее нужно было вот... Я увидел ее в первый раз, а потом увидел на конкурсе. Я тогда не вспомнил сначала, потому что двориков было много. Так вот, она, ей никто не помогал. Она сама делала, она сама нашла художников, там, причем она пенсионерка, то есть без каких-то определенных там серьезных доходов и так далее, может быть, у детей попросила, не знаю. Но она сделала то, что дало ей возможность победить. Может, наприклад, что она сделала такого? Она сделала маленький такой как бы садик, такой красивый, у них узкий дворик, вот она собрала несколько больших камней, посадила туда цветов, она заказала художника, который нарисовал большую картину на стене, то есть она сделала кучу каких-то мелких работ. Причем я даже присутствовал при ситуации, когда дворик фотографировался ее. Соседи выходили и говорят, типа, что ты участвуешь, фигня какая-то, зачем что-то делать, да? Ну, собственно говоря, я в тот момент ничего не мог ответить. Да, выиграет, проиграет человек и так далее. Я надеюсь, что ее победа в итоге, например, стала примером для многих людей, которые считают, что ничего вокруг менять нельзя и не нужно. Давайте на цьому конкретному прикладі. Куди витратила гроші ця жінка? Вот ее, например, не знаю, потому что... Тобто ви не контролюєте, куди? Ні, контролюємо. Ну, у нас є менеджер, который... У мене около 15 проєктів, я фізично не успіваю. Ну, ваша команда. Да, наскільки я знаю, она потратила, вроде бы перестелила покрытие, у них очень был ухабистый двор, вроде бы на то, чтобы сделать двор более ровный, но при этом это можно посмотреть у нас на ресурсе, мы должны были отмечать по каждому дворику, кто что сделал. Тобто це все ж таки умова, щоб ці гроші повністю були витрачені на благоустрій. Даже если человек делал это сам, мы не можем компенсировать его затраты, то есть мы четко проверяем, чтобы деньги пошли именно на благоустройство двора, это наше правило, то есть иначе мы просто не раздаем призовий фонд. Тобто вони вам чеки? Да. Так, звичайно. Да. Це дуже добре, і я гадаю, зараз всі, хто боліють душею за свій двір, вже хочуть взяти участь. Розкажіть, яка географія двориків взагалі? Це можуть бути будь-які двори, чи є якісь умови, обмеження? Ніяких ограничений. Спеціально постараюсь даже номінації создавати, щоб люди розуміли, що і многоэтажки можуть участвовать, и старый город может участвовать. Причем мы пытаемся облегчить людям возможность участия. То есть, кроме того, что все написано вроде бы на сайте, но кто-то же не может, допустим. То есть мы специально напечатали флаера, которые, допустим, человек, который вот решил это сделать, он подает заявку, потом приезжает нам в офис, мы ему выдаем флаера, и он раздает их жителям двора для того, чтобы люди вообще понимали, к чему он их призывает. Да? То есть там написано, что вы можете принять участие в конкурсе, выиграть вот такие-то призы и так далее. То есть это облегчение задачу человеку, пройтись по квартирам, раздать флаера и найти хотя бы 2-3 единомышленников. Мы прекрасно понимаем, что весь двор не захочет, возможно. Возможно, есть дворы, которые делают это всем двором. Но если человек сможет найти хотя бы 2-3 единомышленников, то участие в проекте, даже не победа, на самом деле сделает его каким-то таким, знаете, маленьким героем для своего двора, и, возможно, другие люди в какой-то степени тоже проснутся. То есть это как раз повод... Ну, не знаю, когда-то Архимед говорил фразу «дайте мне рычаг, и я переверну землю». Для многих людей не хватает какой-то вот такой маленькой эмоциональной составляющей или визуального примера, чтобы что-то начать делать. У меня когда-то раньше... зачастую, так скажем, друзья взрослого формата, еще там лет 10 назад, говорят, а что там эти американские фильмы, там же как бы все как бы, ну их научили, да, как бы Советский Союз и так далее. Я говорю, послушайте, невозможно снимать фильмы про любовь, про эмоции и так далее, про дружбу, не ощущая всего этого. Мы все одинаковые на всей этой планете. Но проблема в том, что в том мире, в котором мы сегодня оказались, он оказался для нас достаточно сложным. Мы не были к нему готовы. Но это не
не значит, что жизнь прекратилась. Мы сами можем, как Барон Мюнхгаузен, вытянуть себя за свои же волосы из этого болота. Но если мы не будем этого делать, никто за нас это не сделает. И большинство конкурсов, которые я делаю, как бы конкурсов, проектов, они сводятся к тому, чтобы... Ну, это, знаете, такой немножко миссионерский принцип, да? То есть дать людям что-то, что само по себе изменит мир вокруг них, да, то есть, потому что своими силами я это не поменяю, своими силами я бы не сделал благоустройство 50 дворов, например, своими силами я бы не посадил бы больше там 2000 деревьев или, например, два огромных розария на 4000 кустов роз, да, я там собрал свою семью, и мы посадили в ботаническом саду аллею саков, рано или поздно она расцветет, и здесь будет в Одессе красивая аллея, которая, когда будут люди читать, вот в Японии красиво, не смогут съездить в ботсад, и там будет точно так же. Но вопрос в том, что здесь живет очень много людей, готовых в чем-либо принять участие. Возможно, у меня уйдет вся жизнь для того, чтобы они поверили в то, что можно поменять этот мир как-то хотя бы в рамках одного города. Но, значит, так и будет. Скажіть, будь ласка, ще хто буде оцінювати і які критерії будуть оцінки головні? В прошлом году мы брали одесситов достаточно известных, мы брали интернет-блогеров, мы брали Борис Барский был, Олег Филимонов, то есть были люди, известные по социальным проектам, были архитекторы. То есть мы брали абсолютно разных людей для того, чтобы, знаете, как архитекторы оценивают одно, люди, участвующие в социальных проектах, другое, артисты третье. Да, у каждого своя какая, свой уровень оценки. И каждый ставил свой какой-то балл. Таким образом, по сводной системе мы выбирали как бы победителей. И все будут бачити на сайте, кто, какую оценку, да, якому да, дорога. Обязательно. То есть даже чтобы они знали, какой человек, какую поставил оценку. То есть и жюри тоже знает, что это, знаете, это не как закрытое голосование в Верховной Раде, когда можно протянуть какой-то закон за 10 тысяч долларов, хотя там суммы больше. И проголосовать одночасно за декількох людей. Да. Здесь каждый человек как бы понимает, что он отвечает за свой выбор и пытается сделать его обоснованным и правильным, чтобы его потом не обвинили. У нас в прошлом году была одна номинация, которая была по голосованию в интернете. Мы вынуждены были в середине голосования снять эту номинацию по голосованию и изменили условия на, вот, на голосование двориками. Потому что оказалось, что у некоторых двориков был ряд, скажем так, знакомых интернетчиков, которые начали просто накручивать голосование. И это было завязано, может, даже не на сами дворики, а на тех людей, которые в этом дворике живут, сами не принимали участие, решили оказать, ну, медвежью услугу. Во-первых, как бы в какой-то степени многие другие начали писать, ну как же так, посмотрите, там же идет голосование там интернетным языком, скажем так, айпишниками разных стран мира, да, то есть не нашего города. И мы просто для того, чтобы как бы конкурс-то наш, и мы имеем право, как знаете, в Олимпиаде, если кто-то выпил допинг, он снимает соревнования. Мы не снимали соревнования, мы просто изменили условия для того, чтобы они остались честными. И поэтому мы приостановили интернет-голосование и сказали, что пусть лучше дворики, которые делали, выбирают лучшего. И оказалось, что это был самый оптимальный вариант, сразу до него просто не додумались. И в этом году мы исключили уже изначально интернет-голосование, и будет только вот этот вот вариант по главному призу, выбирают дворики, а по остальному комиссия. К сожалению, на сегодня мы пока, наверное, еще не настолько ну, хотя нельзя так сказать, наверное, во многих странах есть формат такой, когда если хочешь выиграть, сделаешь что-то. Поэтому мы исключили все варианты, которые, наверное, можно было бы как-то подставить как бы результаты. И надеемся, что наш открытый как бы к этому подход покажет, насколько, ну, как бы мы действительно пытаемся что-либо поменять. Но по-хорошему, вот даже в моем дворе люди, что-то изменив и не выиграв, они получили красивую площадку, на которой гуляют дети. И это не просто как бы площадка, связанная там со спортивной площадкой, нет. Красиво были уложены бордюрчики, нарисовали красиво забор, поставили домик игровой, то есть посадили много цветов. То есть они сделали что-то, что хотели сделать. И пусть конкурс уже прошел, но это у них уже есть. Тобто головний критерій буде до і велика різниця после. С тим, що після. Да, так? Да. То есть все, что происходит в рамках вот этого полугода или 8 месяцев, когда человек что-либо может сделать. Причем что-либо можно сделать и за неделю. Самое главное, наша задача – это
протяженность конкурса связана вот именно с двумя этапами озеленения, когда можно весна и осень. И самое главное, это то, что нужно попытаться людей раскачать на это. Поэтому в прошлом году практически не было такого, что сразу вдруг пришло 50 дворов, готовых участвовать. Нет. Вот так вот в течение месяца за месяцем добавлялись по 2, по 3, по 5, по 10 дворов, благодаря там, средствам массовой информации, социальным сетям, там, каким-то личным знакомствам. И вот таким образом сложилось около 50 дворов. А якось комунальщики реагували на, знаете, на цей конкурс? Было, так? То есть было, позвонили комунальщики, сказали, вдруг, если нужна какая-то где-то помощь. Не скажу, что это было глобально, но мы часть дворов обзвонили, и вроде бы, не скажу там точно, где-то была какая-то поддержка, не слишком большая, но какая-то была. То есть я просто в данном случае не хочу даже хоть как-то пытаться возлагать что-либо на коммунальщиков, потому что иначе, знаете как, у нас очень много людей, которые ничего не делают вокруг себя, а потом говорят, а почему мы что-либо должны делать, вот пусть государство делает. Но позвольте, как бы все-таки сейчас в стране не та ситуация, не по нашей, может быть, с вами вине, и не по вине тех людей, которые требуют от государства что-либо сделать, но все-таки у государства сейчас этой возможности нет. Поэтому либо есть возможность подождать, когда эта возможность у государства будет, либо делать сегодня самим что-то. Ведь в квартире вы у себя делаете, а по-хорошему двор – это ваши же квартиры, только чуть-чуть более расширенные границы. А то, что как бы во многих странах мира проходят подобные конкурсы, и даже в цивилизованных странах, как Германия, в которых, казалось бы, государство делает очень много, люди делают тоже что-то сами, то это лишь говорит о том, что если человек не хочет, он не сделает никогда. А если он хочет, он сделает даже тогда, когда у него в руках только каменный топор. Дякую за мотивацию. Нагадайте еще раз, как можно принять участь. Если вы захотите принять участие в проекте «Дворики Одессы», вам нужно просто либо позвонить по телефону 31 32 33, либо набрать в интернете «Твой город», и найти там проект «Дворики Одессы», проектов там много. Либо просто озадачить тех, кто сидит с вами у экранов телевизора, найти нас в интернете. Это несложно. Самое главное, чтобы люди, которые живут рядом с вами, хотели что-либо менять вокруг. Но вы можете изменить это и сами. И примеры уже были. Дуже вам дякую. Успіху всім вашим ініціативам, тому що вони дуже важливі для нашого міста. І я нагадаю нашим телеглядачам, що у нас в гостях був Анатолій Кавун, засновник проєкту «Дворики Одеси» та ще багатьох проєктів з благоустрою Одеси. А ми продовжуємо нашу програму і ми переходимо до наступної теми. Великдень – одне з найбільших і найшанованіших християнських свят. З апостольських часів свято християнської Пасхи продовжується 7 днів, тобто весь тиждень, від власне Великодня до неділі Фоми або Антипасхи. Цей тиждень називається Світла Пасхальна Седмиця. Кожен день тижня теж називається Світлим. Світлий понеділок, Світлий вівторок і так далі. А останній день – Світла Субота. Тож всіх вітаю зі Світлим Вівторком, і на цьому тижні ми всі згадуємо сам День Воскресіння. А сьогодні ще й пропонуємо вам ще раз переглянути і зануритись у події, які передували Великодню. Тож до вашої уваги унікальна пасхальна реконструкція, яка відбулася в Одесі у Страсну п'ятницю. Пасхальна реконструкція пройшла в Одесі у сквері Гамова. Містяни побачили костюмовану постановку, стилізовану під епоху першого століття нашої ери Римської імперії. Одесити стали свідками історичних подій, які відбувались в Єрусалимі більше 2000 років тому. Яскраве дійство створив благодійний фонд «Добрий самарянин». Сьогодні ми представляємо пасхальну реконструкцію, тобто воссоздання останнього пути Ісуса Христа на цій землі, в Єрусалимі. Естественно, для нас очень важны детали. И сама цель – это не просто показать события, но чтобы каждый человек окунулся в ту историю, может быть, даже пережил какие-то эмоции, какие переживали люди. Кто кричал «распни его», кто-то сожалел то, что его распинают. То есть это реконструкторы, которые сами являются историками, сами являются археологами и изучают таким способом историю. То есть воссоздают определенный образ.
Естественно, для них очень важно, чтобы показать себя. То есть это не просто они делают, и чтобы никто не увидел. Они хотят это показать. И я думаю, что пасхальная реконструкция – это как раз то место и то время, где можно показать масштабы реконструкции. Організатор реконструкції Денис Сердиченко розповідає, що таке дійство благодійний фонд проводить вже четвертий раз. Та підготувати такий захід було б нереально без участі Одеського клубу реконструкторів «Вексиляція римських військ Нижньої Мезії». Мой образ простого легіонера, тобто той чоловік, який захищав територію Римської імперії. Естественно, христианство распространялось очень активно именно легионерами. Почему? Потому что идея христианства как братства, как одного общества, даже в какой-то степени закрытого общества, привлекала легионеров. Естественно, легионеры это, были первые распространители именно вести об Иисусе Христе. Головні герої пасхальної історії – Ісус Христос, Варава, Пілат, сотник, римські легіонери та численні ізраїлітяни. Всього у реконструкції було задіяно більше 200 людей. Костюми героїв створено на основі історичних даних про одяг того часу. Я сьогодні в образі супруги Пілата, це Клавдія. Мій образ такий трогательный, глубокий. Я буду пытаться убедить Пилата не делать таких скоропостижных выводов, не казнить Иисуса, а помиловать его. Надеемся, что сегодня будет интересно всем. Много задумок и изюминок, связанных с ролями, с детализацией. Красивые сегодня участники – это и клуб векселяции римских войск, и белые голуби, которых будет выпускать, и овечек, коровок, которых привезли из маяк. То есть максимально мы стараемся обогатить наш сюжет. На Зеленій Галявині ще задовго до початку дійства зібрались глядачі. Організатори у деталях відтворили ринок тих часів. Діти роздивлялись пастухів з тваринами, вівцями, віслюками та козами. Батьки з малюками різного віку та молодь всі із захопленням спостерігали за сценами з життя біблійних персонажів. Почалась вистава з шикування римських легіонерів. Знаменита черепаха римского легионера, то есть как они защищались от стрел, а также от жесткого прикосновения варваров. Это боевая позиция легионера, и они нападали, то есть они щитом откидывали противника и гладиусом наносили удар. Они ходили вот такими манипулами, строем для того, чтобы вот этим железом показать, визитна угрозу. Потім відбувся інсценований бій з Варавою та суд Пілата. У нас под стражей находится беспощадный убийца и возбудитель народа Варава. Кого из этих двоих вы хотите, чтобы я отпустил? Прокуратор! Иисус! Варава отпусти! Или Вараву? Вараву! Павло Моїсеєнко вперше з'явився перед публікою в образі Пілата. Каже, що ця роль стала для нього дуже відповідальним кроком. Впечатления очень глубокие, образ очень интересный, и эмоции переполняют просто, потому что для каждого верующего человека это огромный праздник говорить что-то о Иисусе, а участвовать в таком действии – это действительно огромная радость и море эмоций позитивных. Ще один учасник реконструкції Валерій Волков поділився з нами своїми враженнями.
Я сегодня пастух и сопровождаю животного в шествии, потому что когда сопровождают разные горожане, люди эту всю процессию, я с рынка, мне все это было очень интересно, и я иду сопровождаю вместе с животным. Свято, свято, для меня это свято. На території скверу Гамова також працювали фотозони, а одесити мали змогу взяти в оренду костюми та долучитись до програми. Діти та дорослі були у захопленні від побаченого дійства у виконанні професійних реконструкторів. Це найбільший праздник, тому що в цей день розп'яли Ісуса Христа, який умер за гріхи всього світу. І от реконструкція це показує, як це відбувалося в Біблії, на основі Біблії. Більше всего понравилось, как Ирод обсуждал Иисуса. Вот что мне больше запомнилось. Мета пасхальної реконструкції – занурити глядачів у події, описані у Біблії, а також нагадати про істинне значення свята Великодня. А завершив пасхальну реконструкцію випуск у небо білих голубів як символ духу, миру та благополуччя. Бог воскрес! Травень – чудовий місяць. Природа вже прокинулась, розпускаються квіти, гріє тепле весняне сонечко. І нам хочеться відчувати, що скоро прийде літо. Травневі свята – це саме той час, коли можна розпочати марафон відпочинку та пригод. А ось мешканцям селища Першотравневе зараз не до веселощів. Які перипетії вирують там, дивіться просто зараз. У селі Першотравневому Комінтернівського району відбулося народне віче. Громада зібралася в місцевому палаці культури, щоб висловити свою підтримку сільському голові Стоїлакі Валерію Володимировичу. Вже 2 місяці той відсторонений від своїх повноважень, нібито через хабар, який йому інкримінують правоохоронці. Люди не можуть повірити цьому, що сталося. Підставили нашу голову Валерія Володимировича Стайлакі. Ми цьому не можемо повірити, тому що ми багато років його знаємо. Люди його вже неодноразово вибрали головою селищної ради. І ми бачимо по його роботі, по що виконувалося в селі, соціальне села, які плани роботи виконані. Мешканці кажуть, у злочині їхнього очільника звинувачують безпідставно. Нинішній Валерій Володимирович комусь він мішає, його хочуть подвинути. Людина, яка живе для села, робить все для села. Дуже велике йому спасибо. Всегда кто к нему не обратился, он всегда всем помогает, он всегда всем идет на уступки. Я обратилась к нему насчет остановки, как ехать на Зарю, и он попросила его, говорю, что надо там остановку, говорю, сделать. Люди приезжают из Одессы, ну, откуда приехали, ждут транспорта, попуток, автобус к нам, конечно, не ходит. Вот, а люди стоят, что-нибудь ловят. Да, говорит, я закончу, говорит, на Шевченко улицу, дорогу, и возле батискафа сделаю остановку, потом, говорит, перейду уже на Зарю труд. Смотрю, уже остановка стоит, уже поставил остановку. Я очень благодарна, от всего села благодарными за то, что он такой внимательный, и он человек слова. Селищна рада Першотравневого – одна з найкращих на українському півдні і включає до себе 7 сіл – Міщанка, Заря, Нововільшанка. Це заможний куточок Комінтернівщини, бо тут повна цивілізація. Є газ, тепло, світло, вода в будинках, рівні дороги та вуличне освітлення. Звичайно, трапляються й невдоволені діями місцевої влади. За каденції пана Стайлаки село здохло, вибачте за вульгарність. Автобус ходив, не ходить. Зараз, правда, ось його возобновили. Жодної копійчини не було, садик був, розібрали. От. Ні одного робочого місця не створено, немає почтаря. Тобто інфраструктура цього села, цієї громади, просто на грані чи на межі вимирання. Дороги взимку не пробиваються, не розчищаються.
Тим часом у залі не було де яблуку впасти. На народне зібрання прибули мешканці з навколишніх сіл. І от біда, ні з того, ні з сього. Вдруг Валерія Владимировича обвиняють в взятках. Ну я ще розумію, кого я, допустим, знаю, мог би. Но Валерій Владимирович, ну ні за які, як кажуть, коврижки. Кожен прагнув висловити свою підтримку на адресу голови. Емоції били через край. Він кожного з нас знає обличчя, він боліє нашими болями, він радіє нашими радістями. Він не може все зробити, але він стремився і працював, і по-чесному працював. У нас є з чим порівняти, я думаю, люди бували в селах рядом і бачать ту розруху, яка відбувається. Первомай строїться, дороги робляться. Да, уже, как говорилось, не все сразу, может, чего-то не получается, но многое сделано. Если сравнить с остальными, я считаю, что это небо и земля. Закликали підтримати очільника першотравневого і освітяни, і працівники культури, і підприємці. Те, що село залишилось без голови, це нічого не сказати. Так само школа. Жодне питання, жодний захід у школі без його участі не відбувався. Він знав усе. Він справжній керівник, він справжній голова. Він знав, де що робиться, він знає кожну людину. Коли він тільки став на свою посаду, як він багато мріяв зробити. Скажіть, що він же ж більше того вже зробив, що він нам обіцяв, правда? Багато дуже зробив, і ще багато в нього планів. І всі, за кожну копієчку він звітував перед нами, не ховався від нас. То ясно, що, можливо, комусь такий керівник на сьогоднішній день і не потрібен. Я гадаю, що наша з вами задача сьогодні, як одному, стати і підтримати його, допомогти йому в такий скрутний час, тому що без нашої допомоги на сьогодні, можливо, і не вирішиться це питання. Результатом зустрічі стало громадське звернення від мешканців першотравневої селищної ради до прокуратури та усіх органів виконавчої влади. Сам очільник першотравневого зараз перебуває на лікарняному. До речі, живе Валерій Володимирович у простому будинку, як і інші односельці. Чоловік у дуже пригніченому стані. Каже, вже двічі з серцевим приступом лежав у лікарні. З цим чоловіком я зустрічався, по-моєму, 2 чи 3 рази. Ми обговорили от цю всю роботу, яку він прийшов ко мені, сказав, щоб зробити. Я, звісно, був в цьому заінтересований, щоб почистити посадки вдоль дороги і привести їх в порядок, тому що це ми постійно робили. І для мене це було, звісно, було б дуже добре, що територія сільського совєту була по трасі була в нормальному санітарному стані. Стверджує, звинувачення силовиків безпідставні, бо жодної винагороди не вимагав. І заключили договор, безоплатний договор, що вони нічого не платять. Ми нічого не платимо, вони нічого не платять, вони тільки все це вирізають і після себе роблять чисту поле, ну, чисту площадку, щоб нічого не було. Ну, коли ми все це все діло закінчили, я підписав договор, дав йому договор в руки, дав секретарю, щоб занесла в бухгалтерію договор. Він коли відкриває книжку в таку тетрадь большую, і там это лежали вот эти деньги. Когда мне показали, я от этих денег сначала отказывался. Я говорю, мне никаких денег не надо, ничего не нужно, идите работайте, и больше ничего не надо. Он мне начал говорить, что это деньги передал бы вам благодарность директора, это мы в кассе взяли, я уже за них расписался, как это я мог их назад вернуть. Короче, начал мне там говорить, я несколько раз от них отказывался. Он открывает, у меня был справочник по телефону, эти деньги ложит, закрывает, до свидания. И я уехал, и уехал. И в тот же момент заходят вот эти все ребята из СБУ, и, короче, меня на этом деле накрыли. У Комінтернівській прокуратурі підтвердили, що справу стосовно голови першотравневого таки порушили. Тим часом адвокат стверджує, той, хто підсунув хабар, а по суті подарунок, який голова не просив, представляв підприємство, яке існує тільки на папері. Лицо, яке вело переговори з председателем о проведенні якихось робіт, да, оно и не могло исполнить эти принятые согласно договору обязательства, так как предприятие не имело ни сил, ни средств, то есть на балансе не числятся никакие засобы, технологии, потому как, по сути, если так вернуться к предмету договоренности, то некое предприятие обязалось выполнить почистку деревьев сухих по определенных там категории вдоль дороги.
что требовало проведения работ повышенной опасности, на которые, кроме разрешения лицензий каких-то дополнительных, да, обеспечения мер безопасности, также предприятие должно располагать было этими какими-то средствами, активами, имуществом, как транспортом, так и пилами и так далее. Однако, согласно информации, которую установила защита, то предприятие не только не имеет ни сил, ни средств, предприятие в своем штате не имеет никаких работников, що підтверджується відповідним ответом із пенсіонного. Тим часом велика громада Першотравневого, яка налічує 6 тисяч чоловік, збирається дружно відстояти честь голови і честь кожного, хто за нього голосував. Кажуть, Валерій Стойлакій був законним обранцем, і саме його, з-поміж інших кандидатів, люди хотіли бачити на цій посаді. Мені хотілося бачити, щоб у нас справді зараз була в селі демократія, і вона йшла за народом. Я так думаю, що народ більше бачить, ніж навіть хтось далі бачить. Тут є все в нас, дом культури, сільрада, хороше все. Значить, це село планували або документарно забрати, або ще до якоїсь другої громади, візірку. Чому власті, от нікого нету, ніхто не приїхав, да? А чому вони не дивляться на тих прокурорів брилянтових, которых нагло, открыто накрывают, и они сидят в Верховной Раде. Почему ими не займутся? А тут за такого человека... Тим часом, поки триває слідство, обов'язки голови виконує секретар селищної ради. Та мешканці Першотравневого вірять у справедливість і чекають, поки їхній слуга народу повернеться, щоб продовжити працювати на громаду. Видатний американський художник та скульптор Кіт Харінг казав: «Мій внесок в життя світу – моє вміння малювати. Я буду малювати, скільки можу, для стількох людей, для скількох можу, так довго, як можу». Цей вислів характеризує нашу героїню, яка все своє життя присвятила улюбленій справі. Отож, увага на екран. Малювати картини руками не можна, лише серцем, що б'є у душі, в тій, де мешкає дивний художник, що натхнення черпає в собі. Ці рядки можна додати до образу нашої героїні, яка все своє життя присвятила мистецтву. Знайомтесь, Світлана Григорівна Крижевська. Одеська майстриня родом з Харківщини. Розповідає, батько також був художником. Зараз вона щаслива мама і бабуся, яка ще й має змогу займатися улюбленою справою свого життя – малювати. В колекції пані Світлани велика кількість робіт, якими вона ділиться з людьми в музейних стінах. А нещодавно, по запрошенню засновниці українського клубу Наталії Чайчук, завітала зі своєю весняною колекцією до Таїровської школи. І так цікаво зробити виставку в школі, щоб діти доторкнулися до мистецтва в обстановці – не музейній, не виставковій, а в рідних стінах. Зовсім інший рівень сприймання. І мені дуже цікаво було бачити реакцію дітей, таку живу, таку безпосередню. Так, наче сам повертаєшся в дитинство. Пабло Пікассо казав, що художник – це вмістилище емоцій, які приходять звідусіль – з небес, від землі, від шелесту листя, від швидкоплинних форм чи навіть павутини. Малювання – це є формою освоєння світу. Людина виявляє своє ставлення до світу, своє враження від світу, що їй подобається, що її бентежить. І це все відбувається в творчості. Хоча творчість може бути різною, бо і ставлення людини до світу різне. І кожен художник бачить світ по-своєму. Но мене в світі приваблює краса. От я все життя шукала в житті гармонію. От красу і гармонію. Гармонію в природі, гармонію в стосунках між людьми, гармонію між людиною і світом, і природою. Пані Світлана у своєму житті багато мандрувала не тільки Україною, але й за кордоном. Під час подорожі творила та змальовувала, здавалось би, звичайні речі, людей, пейзажі, на які ми не завжди звертаємо увагу в круговороті сучасного життя. Їм вона давала нове життя, тим самим підкреслюючи красу і неповторність української культури. Інтер'єр української хати. Ну, чим він відрізняється від всіх інтер'єрів світу? Він щедро прикрашений вишивкою. А хто цю красу творив? Жінки. Проста жінка, яка все, що їй вклав в душу Бог гарного, все, що вона
бачила в оточуючому світі, гарно, квіти, сонце, хмари на небі. Це все втілювалося в вишивках і прикрашала хату. От ви бачите на роботі інтер'єр української хати. Вишивана постіль з подушками майже на достелі, рушники на стінах, на картинах. І жінка, яка присіла на хвилиночку відпочити. Ще одна з українських традицій, яка й досі поширена на Одещині, є розпис хати як зовні, так і всередині. На цій картині мати в своїй розмальованій хаті чекає на сина. Кожна робота для Світлани – це маленьке життя, адже чимало цікавих історій пов'язано з її творами та їх появою на світ. Одна з таких сталася під час чергової подорожі на Чернігівщину. Ткаля за станочком, станки ставили взимку, тому що нема роботи на городі і в саду, і тоді жінки ткали. І от я сиділа в хаті, так от вона ткала, я малювала, сиділа я біля печі, і раптом у мене за спиною щось таке гупнуло. Я оглянулася, а там величезний котяра. Він так подивився на мене, потягнувся, пішов, сів біля тої ткалі. Отак я його і намалювала. У мене ткалі з цим котом. Хтось із відомих казав, що художники користуються фарбами, але пишуть почуттями. Так і наша героїня. Усі свої роботи писала тільки з натури, адже авторка переконана, що малювати можна лише те, що пережив. Навіть натюрморти, а вони займають окреме місце серед робіт авторки, не просто являють собою нагромадження певних предметів, але й неодмінно мають свій зміст. Серед натюрморти дитячих, я їх називаю, бо у мене двоє маленьких онуків. І середовище таке, десь іграшки валяються, десь малюнки дитячі валяються. Це все стає об'єктом зображення. От на дачі столик, малюнки. А що на малюночку? Янгалятка, яка не розкинула ручки, і в ручці у нього український прапорець. Уся весняна виставка в Таїровській школі пронизана любов'ю. Любов'ю до своєї рідної землі, традиції, культури та любов'ю до тієї справи, в яку авторка вкладає всю душу. В результаті чого народжуються шедеври, які викликають в людей особливі відчуття. Адже, як казав Костянтин Поустовський, справа художника – народжувати радість. Сподіваюсь, ви в гарному настрої, бажаю вам добре провести цей вихідний і до нових зустрічей в ефірі.